Нет, я войду. Может, не войдете вы. А я вам говорю, я войду. Нет, не войдете, я не взял. Пустите меня. Не имеете права. Да пустите меня. Не пропущу, не пропущу и сюда. Прочь не... дороги. В любом случае не войдете. Прочь дороги, старая курица. Пошел вон, бандит. Идиотка! Кто тут Шерлок Холмс? Я спрашиваю, черт побери, кто из вас Шерлок Холмс? Шерлок Холмс, это я. Доктор Гримсби Ройлот, у вас только что была моя падчерица, Эллен Стоунер. Ну и что? Что, ну и что? Не думаете ли вы, что вам удастся меня одурачить? Это старая дура Фарринтош дала ей ваш адрес. Что она здесь про меня наговорила, что наплела? Вас это не касается. Слушайте вы, молодой прохвост, я ведь не таких обламывал. Попробуйте только сунуть свой длинный нос в мои дела, и вы увидите, что будет. От вас мокрого места не останется. Послушайте, сэр, я не допущу, чтобы вы... Молчать! Всякий дурак меня будет учить. Еще одна полицейская ищейка. Так вот, имейте в виду оба. Со мной шутки плохи. Ну, что вы теперь на это скажете, мой дорогой психолог? Вам не следует ехать одному, Холмс. Я поеду с вами. Пожалуйста, и возьмите свой револьвер. Нет, действительно, скотина. Ворвался в дом, наследил. Испортил хорошую вещь.